Горькие слезы малыша беспокоят каждого родителя. В такой ситуации папы и мамы стараются успокоить своего ребенка разными способами. Но не каждый из них знает, что звучание аятов Корана может им помочь. Посмотрите, этот ребенок, как только услышал слова Аллаха, сразу же прекратил плакать. Другие же родители решили поставить эксперимент. Они хотели выяснить, дает ли эффект успокоения именно звучание Корана, или для этого подойдет любая другая мелодия. Реакция малыша говорит сама за себя. А этот капризный ребенок, слушая Коран, не просто умиротворился, а погрузился в сладкий сон младенца. Отец, держа в руках малыша, не скрывает своего удивления и, видимо, очень доволен, что сынок наконец уснул. Но не только чтение Корана обладает таким эффектом. На этом видео американскую девочку очаровало звучание азана. Она впервые его услышала в торговом центре в Дубае. В одном из хадисов пророка Мухаммада, мир ему, сказано: «Все дети рождаются в фитре», то есть с врожденным состоянием веры в единого Бога. И эти дети наглядный тому пример. А читаете ли вы своим детям Коран? Напишите ответ в комментариях.